Коллеги, сегодня хотел бы вам рассказать об одной интересной девайсине, которая сейчас вот на заднем фоне у меня заканчивает вращаться. Сразу скажу, что эта штука, она не для каждого. Она исключительно, я бы сказал, для предметной съемки в силу своих размеров. И при этом же всем она маломобильная, то есть она должна занимать какое-то место, стоять, скорее всего, в студии и исполнять именно вот эти вот спиннинг 360 шоты в студии предметчика. Да, это вот если в идеальных условиях. Но давайте обо всем по порядку, я надеюсь, что это будет короткое видео. Вообще хочется сказать, что я думаю, те из вас, кто уже когда-либо интересовался предметной съемкой, натыкались на видосы, где люди сами собирают вот эти вот вращающиеся платформы. И по сути в этом действительно ничего сложного. Нужна какая-то вот основание, основа, и на ней всего лишь на подшипнике должна вращаться вот вся эта установка. И дальше удобство заключается лишь в том, что все крепежи, во-первых, должны удобно сюда надеваться, удобно должны накручиваться камеры, свет там, какие-то фоны, вот это вот все. А тут китайцы нам просто взяли и сделали готовое решение, которое идет все в одном, и сейчас мы потихонечку вместе со мной ее соберем. Упаковка, конечно, достаточно тяжелая, я, к сожалению, уже выбросил коробку, но основное это идет вот два таких круга. Они, опять же, я повторюсь, тяжелые, и это правильно, потому что если бы они были легкие, то вся эта конструкция просто падала на бок. Я уже видел в нете какие-то видосы, где есть платформы другого производителя, и там как раз-таки они очень легкие, то есть нужно обязательно развесовывать их таким образом, чтобы все было сбалансировано по центру, и она у нас не кренилась. Здесь же она очень тяжелая. У нас есть основание, в него мы вкручиваем среднюю, вот эту вот центральную трубу, на которую у нас и надеваются все дополнительные девайсы. И вот здесь у нас самое главное, это вот тот самый подшипник, который, опять же, надевается, можно разместить его на любой высоте, можно его закрепить, в него у нас продеваются 15-миллиметровые трубы, и, соответственно, это основание, оно вращается на этой центральной оси. Это важно. Дальше, естественно, у нас идут вот те самые трубы, мы их вставляем, мы их можем разместить таким образом, чтобы у нас они были сдвинуты либо к одному краю, либо к другому, то есть либо камера ближе к объекту, а дальняя часть дальше, соответственно, фон, да, либо наоборот, либо разместить это строго по центру, в общем, как нам угодно. Далее у нас идет крепление, которое также на эти две трубки надевается, и в него мы продеваем еще одну трубку. Та самая колонна, которая является подставкой под камеру. Соответственно, на эту колонну мы располагаем камеру и можем по высоте ее регулировать. То есть помимо того, что мы в целом вот всю эту вещицу можем регулировать по высоте по центральной трубе, мы еще отдельно можем регулировать колонку камеры. Далее у нас идет специальный крепеж для фона, но я позже вам скажу, что он практически здесь не имеет никакого смысла. И также в комплекте у нас идет небольшой вес. Это дополнительный вес, который мы ставим на противоположную сторону от камеры для того, чтобы уравновесить всю эту конструкцию. И как раз вот тот, который идет в базе, он в принципе достаточен для того, чтобы поставить беззеркалку с каким-то объективом, и у нас эта штука была сбалансирована. Ну и последнее, что мы имеем, это небольшой крепеж, который также на эти полозья надевается, и там просто четвертьдюймовые резьбы для того, чтобы мы могли установить, например, свет. Причем в рекламных проспектах там устанавливается кольцевой свет, то есть, по сути, у вас камера, перед ней кольцевой свет, камера смотрит сквозь это кольцо, и предмет всегда высвечивается чисто вот с фронтальной стороны. Опять же, я сейчас расскажу, почему это как-то, ну, немножечко глупо. Ах да, и как же я забыл основную платформу, которая у нас ставится сверху, всего лишь на один болт она заворачивается, и все, у нас получается вот такая достаточно тяжелая, увесистая конструкция, причем в нижней платформе у нас есть отверстие для того, чтобы если вы поставили ее куда-то стационарно, вы могли ее просто привернуть прямо к полу, чтобы наглухо вообще вот эта вот вся конструкция у нас стояла абсолютно монументально. Ну а теперь самое главное, что касается работы, я вам сейчас здесь везде показывал примеры, что вообще с ней можно сделать, что можно покрутить, повертеть, как это будет выглядеть. Первое, что хочется сказать, если мы используем с вами фон, во-первых, он достаточно маленький, то есть его можно будет использовать на определенной высоте, на определенном фокусном расстоянии. Конечно же, можно поставить свой фон, но в комплекте идет вот такой небольшой и черный. Так вот, если мы ставим фон, то смысл во вращении практически теряется. Ребята, поймите меня правильно, фон у нас остается на месте, он неподвижный, он темный. Это все равно, что мы просто
просто поставим предмет на темном фоне и повращаем его самого на вращающейся платформе. Это практически то же самое, за исключением одной маленькой детали. Здесь свет, если мы его ставим просто в нашей студии, то есть сверху, где-то по бокам, какие-то контровые засветки, то при вращении у нас же вращается камера, а не предмет съемки. Именно поэтому свет на этом предмете будет меняться. А когда мы просто ставим предмет, вращаем его на платформе, то свет у нас статичен, предмет крутится, но свет остается на тех же местах. А тут, так как у нас летает камера, и свет по предмету будет тоже перелетать. И естественно, это добавляет какого-то определенного эффекта, но гораздо прикольней, гораздо блевотней, да, в каком-то смысле, это выглядит, когда мы убираем к чертовой матери фон. Так как предметы у нас близко, у нас в любом случае такой дичайший расфокус, особенно если у вас в студии как-то вот относительно красиво, то вы можете делать вот эти вот спиннинг-шоты, предмет в центре, бэкграунд очень быстро пролетает, как будто бы вот на каком-то очень длинном фокусном расстоянии вы делаете сумасшедший параллакс, просто сумасшедший. Бэкграунд летит, особенно если там какие-то огоньки, там еще что-то, это будет выглядеть еще лучше. И тут мы уже точно понимаем, что камера летает вокруг предмета, а не просто предмет стоит и крутится. Вот это важно, это нужно понимать, и опять же, если вы хотите устанавливать фон, то нужен фон гораздо большего размера, чем тот, который здесь дается. Ну и учитывая размер всей этой конструкции, она как раз приспособлена для того, чтобы снимать предметку каких-то небольших предметов. То есть это вот как раз то, что мы с вами любим. Бутылочки, баночки, стаканчики, возможно, вообще какая-то бижутерия, что-то маленькое совершенно. Вот это вот все. Далее важный момент, что касается самого вращения, оно происходит совершенно плавно, то есть нет никаких люфтов, все шикарно, здесь мне это очень и очень понравилось. И получается, что мы либо можем просто положить предмет и аккуратно вот так вправо-влево поводить, и, соответственно, будем небольшие вот облеты, то есть даже не 360, а просто справа налево, когда предмет у нас остается в центре. Это гораздо более интересные проезды, чем просто на слайдере, да, проезжать, то есть это как будто бы слайдер едет, и у него еще доворачивает голова, и все равно это движение другое, движение чисто по окружности, то есть вот такие вот предметные шоты мы можем делать. При этом же всем мы можем вращать, и, соответственно, она будет крутиться бесконечно, и, опять же, я повторюсь, свет расставлен, предмет стоит на месте, а вот камера летает. Именно поэтому предмет как будто бы у нас остается на месте, но весь свет вокруг, он изменяется, и вот здесь вот опять же я вам показываю кадры. Очень круто, когда при таких кадрах сам предмет, который вы снимаете, совершает какие-то движения, то есть льется вода, что-то падает. Чем быстрее крутится платформа, чем более замедленные ваши кадры, то есть вот здесь вот кадры с наливанием, с бросанием вот этой вот помидорки, единственное, что я у себя здесь нашел, это 240 кадров в секунду, то есть это десятикратное замедление, и при этом всем вот максимально быстро, насколько мог, я рукой ее крутнул. Соответственно, иногда получаются такие моменты, что предмет как бы замирает, и камера успевает в это время облететь его немножко, то есть вот, знаете, эффект матрицы такой, капли взлетели, они немножечко замерли вот в самой верхней точке, из-за того, что у нас достаточно высокое замедление. И при этом камера летит быстро и, соответственно, успевает немножечко их облетать. Короче, здесь все ограничивается исключительно вашим воображением, и можно реально добиться очень прикольных эффектов, которые, ну, просто не получится сделать, если крутить что-то на платформе и, допустим, наливать или бросать. Это будет не то. Это совершенно не то, когда камера летает вокруг предмета. Ну, вы должны понимать, что это по-другому работает. Что бы еще хотелось сказать? Нужна ли такая платформа вот лично вам? Это вопрос очень большой и совершенно точно открытый. Смотрите, здесь море нюансов. Ведь стоит она немало, как какой-то, ну, достаточно хорошего качества, например, световой прибор. По-моему, 25 тысяч рублей в России она стоит. Если с Китая заказать, можно попробовать вырубить дешевле. Но, опять же, это очень большая и тяжелая коробка. Я не знаю, какой доставкой все это поедет и как вообще, насколько это реально. Но, тем не менее, люди заказывают и большие всякие предметы, так что я думаю, что это у вас получится. Но смотрите, во-первых, это очень узкая направленность. Это чисто предметная съемка. Возможно, какие-то биролы, подсъемы. То есть, если вы снимаете обзоры чего-либо, то можно в том числе делать и такие кадры. Но опять же, вы должны понимать, у вас есть студия, вот какой-то угол, в котором вы разместили эту штуку, вокруг нее поставили свет и снимаете там только эти кадры. То есть, она занимает место, она не мобильная,
она не так-то уж и дешево стоит, и она очень узко направлена лишь для съемки каких-то предметов, для человека, кому действительно нужна эта предметная съемка. И вот знаете, как я вот раньше вам говорил, что, например, первые фонари вот в вашем сетапе, которые вы покупаете обычно, это моноблоки, да? Моноблоки, софтбокс, вот это вот ключевой свет, потом начинаете какие-то, может быть, RGB там панельчики, может быть, еще что-то, и вот вы доходите до такого момента, что хочется чего-то этакого, и в этот момент вы покупаете себе френель, потому что приборы с линзой френеля — это интересные решения, которые позволяют решать совсем другие задачи, да, и достигать каких-то определенных художественных эффектов. Так вот и здесь то же самое, то есть эта штука покупается только тогда, когда у вас уже столько всего, вы не знаете, а что бы еще такое новенькое, интересное, этакое выкупить, сделать, придумать, и вот тут к вам на помощь приходит она. Вот это вы должны очень четко понимать. Ну и также у каждого есть выбор, в интернете куча роликов, как хендмейд сделать вот такие вот платформы, а здесь китайцы из Digital Photo просто нам предлагают готовое решение, болтон. Собрали, привезли домой, собрали, и все, и вот она у вас стоит. Крутите сколько хотите, хоть обкрутитесь. Такие дела, ребят, вы были на канале Budget Filmmaker, я надеюсь, что это вам было полезно, информативно, развлекательно, и искренне надеюсь, что мы уже увидимся с вами совсем скоро. Берегите себя.